такої красивої фазанчики. Та фазаніха сидить з обрізаним хвостом. Ти покажись, що ти спрятався, дорога. Вийди, посмотрим на тебе. Это маленькие перепелочки. Ну, ест кормушки, а гребет землю. Не то же, как куры гребут, да? Потому и кормушка им. Это у них для приличия. А то голубиные ты им еду насыпала, да? В той миске. Голубиная еда, да? Да. Она и для Quails, и для Doves. А видишь, гнездо. Гриша сделал второе гнездо ему. Фазан там сидит, на верхнем, любит сидеть. А сюда запрыгивает каждый раз? А ты маленького сними. Туда, в гнездо. Так, они... Заглянем, где тут у нас малыш лежит. Вот он двухдневный малыш. Это молодой голубок. Уже начал обрастать пухом. Да, уже глазик прорезался немножко. Это мамашка его выскочила покушать. Это папаша.